2020 год. Всех я поздравляю, ну и мы будем распаковывать лол-часы. Это первая серия. Ну, здесь вот так вот написано. Ну, давайте распаковывать. Мне уже не терпится. Давайте первый слой. Вот у нас какой красивенький. Ого, здесь такие разные пакетики. То есть здесь идея такая же, как в обычной куколке, только здесь у нас что? Часики. Да. Вот тут у нас такой вкладыш, где часики. У каждой куколки есть свои часики, да? Да. Я правильно понимаю? Да, понятно. Да. То же самое, здесь есть редкие, да? Популярные и ультраредкие. Так, ну что, принимаем ставочки, кто нам попадется? Ну-ка, давай, Ника, посмотрим. Я открывай. Думаю, что нам попадется какой-нибудь там... Так, ты думаешь, какие? Так. Я думаю, что... Я хочу вот эти... Я думаю, какие? Что вот это, но я хочу эти. Какие хочешь? Эти. А, золотые. Эти тоже крутые. Ну, давайте. Давайте. Скрестим пальчики. Давай сначала самого маленького. Здесь у нас такие вот брелочек. Какая бутылочка. Вот, и здесь еще, наверное, что-то есть. Странно, ничего нет. Ну ладно. Как-то. А, нет, это все был один пакетик. Ну, вот. Что? И вот еще один. Здесь у нас штука для часов. Ух ты! Это крепление, наверное, да? Внешнее. Вот это вот еще есть такой вот пакетик. О, это же браслетик. О, есть у тебя какие-то мысли, кто это? Ну, скорее всего, ни тебе, ни мне, наверное, не повезло. Ну-ка. Вот. Что-то такое будет. Смотрите. О, кто это? Ты знаешь эту куколку? Нет. Круто. Так, еще один пакетик. Давай. Здесь у нас вот часики. Ой, какие хорошенькие синенькие часики. Так. Это сверху надевается. Мне кажется, это одевается, когда ты уже мешок вставляешь. Да? Да. Ну ладно. Давайте вот здесь. Это, наверное, есть как раз. Вау! Ой, какие розовые. Крутые. Розовые часики, блестящие. И еще тут пакетик. Вот здесь. Куколкой. Так, это что, все вешается на браслетик или на часики? Да, на часики. Так, еще один пакетик остался. Да, и колечко? Здесь у нас бантик. Колечко бантик, Ой-ка, ух ты! Черный бантик. Так, бантик. И как, кстати, уже видели много комментариев, что бантик действительно как-то немножко кривоват. Да, кривенький. Ну ладно, это не самое важное. Да, сейчас. Ну что, мы сейчас их соберем и покажем, что у нас получилось. Хорошо. Вот здесь у нас такие часики крутые. В итоге мы их собрали. Здесь кнопочку мы настроили. Месяц. Дальше идет дата, время и минутки. Все мы настроили. Да. Сюда повесили. Вот такую красоту мы надели. Пяу. Ну что, довольны часами? Да. Всем пока-пока. Самое замечательное, что эти часики между собой, да, можно и брелочки менять, да, Никульчика? Да. Часики все между собой, все можно менять, правильно? Угу. Ну что, всех с праздником, девочки! Всем пока-пока!